Крупный пожар произошел в Куйбышевском районе Самары. Горели два частных дома. По данным МЧС, огнем было охвачено 300 квадратных метров. По словам очевидцев, сначала вспыхнула крыша одного из зданий, позднее пламя перекинулось на соседнее строение. Тушили огонь 11 пожарных расчетов, обошлось без жертв и пострадавших. Точные причины пожара сейчас устанавливают. Прибежали сюда, потому что здесь проживает мать одна с четырьмя маленькими детишками. Мы думали, мало ли здесь дети. То есть начали звонить 112, говорить об этом всем. Они приехали, пожарники, видимо, кто-то уже вызывал, потому что они приехали довольно-таки быстро. Единственное, конечно, только поставили машины как-то не очень, потому что и вот этот дом начал гореть.